Гражданский долг и выбор каждого. Сегодня в единый день голосования свой голос отдал и Алексей Савенков. Заместитель главы администрации сделал свой выбор на участке под номером 696. Как он отметил, своим избирательным правом должен воспользоваться каждый. Для определения дальнейшего пути развития не только города, но и округа, и всей страны в целом. Голосовать на выборах, во-первых, не только важно, но и обязательно, потому что на выборах мы избираем своих представителей разные уровни власти. Это люди, которые будут представлять наши с вами интересы, которые будут принимать нормативные акты, направленные на улучшение жизни как и страны, так и округа, и, соответственно, города Сургута.